России опять угрожают лесные пожары. С середины апреля их число резко увеличилось. В Туве горят 50 гектаров леса. В службе Рослесхоза утверждают, что готовы к борьбе с пожарами на всех уровнях. От лесничеств до мобильных бригад, созданных для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. В целях обновления материально-технической базы, вы знаете, что в 2011-2012 годах регионам направлены по решению правительства 8,5 миллиардов рублей. При этом закуплено порядка 4000 единиц техники и 2000 единиц оборудования. 90% всех пожаров происходит по вине человека из-за непогашенных окурков и спичек. Пик возгораний приходится на майские праздники, когда садоводы убирают участки и оставляют костры без присмотра. МЧС отмечает, на сегодняшний день треть регионов еще не полностью готова к сезону. Это отсутствие противопожарных разрывов населенного пункта с лесным участком, отсутствие защитных полос. Кроме этого, отсутствие наружного водоснабжения. Как будем говорить, сами трубопроводы, так и будем говорить, естественные источники водоснабжения. Отсутствие подъездов к ним. Но даже пропаханные полосы во время стойкой засухи не защищают от огня. Поэтому Рослесхоз хочет ввести ответственность собственников земли за противопожарную подготовку и тушение пожаров на участках. Впрочем, таких пожаров, как 2 года назад, когда сгорели 200 тысяч гектаров лесов, ждать не нужно, так как гидрометцентр не обещает такой жары, как тогда. НТД, Москва, Россия.